Ученые Пермского политеха разработали новую умную технологию. Они изучили, как быстро восстанавливается окружающая среда на закрытых полигонах ТБО. И впервые предложили использовать для этого снимки из космоса. В результате исследования ученые вычислили коэффициент восстановления земельных участков. Чем он выше, тем эффективнее происходит зарастание площади. Разработка пермяков поможет в подготовке рекомендаций для более эффективного восстановления территорий. Березняковцев призывают активно участвовать в акции взаимопомощи «Мы вместе». Отдел по делам молодежи объявил набор волонтеров. Добровольцев привлекают помогать колл-центрам медорганизаций в доставке лекарств или продуктов для людей старшего поколения, а также в уходе за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, которые остаются без присмотра в случае госпитализации их родственников. Кроме того, нужна помощь в перевозке врачей к пациентам. Подробную информацию можно узнать по телефону на экране. Тем временем Березняковский музей имени Коновалова может взрастить плеяду блогеров, рассказывающих о любимом городе. С 1 февраля по 31 марта музей организует конкурс видеоэкскурсии «Бэби-экскурсовод», посвященный празднованию 90-летия Березняков. К участию приглашаются воспитанники детских садов. Участник или группа участников могут представить на конкурс видеорассказ о достопримечательностях на территории нашего города. Продолжительность не более 2 минут. При монтаже могут использоваться архивные материалы. Материалы лучших учащихся отметят памятными призами.